Дорогой Мустафа, ты совсем молодой парень, тебе всего 26 лет, но жизнь уже испытывает тебя, испытывает на подлость, на предательство. И ты с честью прошел все эти испытания, которые выпали на тебя в этом году, в этом очень плохом, в этом страшном, в этом очень довольно грустном году. То, что ты прошел это испытание, говорит о том, что и жизнь твоя пройдет правильно. Ты будешь большим и честным человеком. Ты пройдешь все трудности, как и весь наш народ, на долю которого сейчас выпала честь защищать свободу Крыма, наших и твоих будущих детей. Я не знаю тебя лично, но я очень хочу с тобой познакомиться, и я верю, что это последний Новый год без тебя на свободе. С Новым годом тебя, Мустафа!